В Волгограде 5 и 12 мая будут курсировать автобусы до городских кладбищ. На маршруты выйдут 45 единиц подвижного состава. Священнослужители напоминают горожанам, что посещение могил усопших в день воскресения Господня не приветствуется церковью. Этот день лучше посвятить семье и посетить храм. А вот в первое воскресенье после Пасхи, так называемую Красную Горку, как раз принято поминать умерших. Для удобства горожан автобусы до Краснооктябрьского кладбища будут отправляться с остановки 39-я Гвардейская. От остановок кинотеатр Юбилейный, бульвар Энгельса, площадь Советская и обувная фабрика можно будет уехать до Старого и Нового Ворошиловских кладбищ. До Моторного кладбища в Дзержинском районе от остановки улицы Землячки. Наконец, до Кировского кладбища автобусы будут курсировать от остановок Волгогресс и поселок Руднево.